Всем добрый день! С какой тыквы и какого кабачка нельзя брать семена для посева на следующий год? И если вы по чистой случайности на одну грядку, а в данном случае на компостную яму, высадили и тыкву, и кабачок, то с этих овощей брать семена для посева на следующий год нельзя. Вот это видно по листам. Здесь у меня и кабачок, и тыква. И вот эти овощи в данном сезоне, они будут иметь свой вкус. А на следующий год с таких кабачков семена брать нельзя. Они будут уже переопыленные. И кабачок может иметь вкус тыквы. Но мы его снимем раньше, и он будет недозрелый. Вкус будет горьким и вязким. Ежели переопылится тыква, то она будет долго зреть, сгниет. А если и вызреет, то не будет храниться долго. Поэтому выращивайте кабачки и тыквы из правильных семян.